Гонка была непростой. Во-первых, гонять пришлось не просто по горным кручам. Часть из них уже засыпал снег. Во-вторых, нужно было преодолеть добавленный в этом году участок в восточном секторе, включающий прохождение противолавинной дамбы. На этом участке и отсеялась в первый день половина спортсменов. Трем десяткам гонщиков удалось преодолеть трассу общей протяженностью около 14 километров от отметки 960 метров до высшей точки курорта 2300 метров над уровнем моря, пика «Черная пирамида». В разработке трассы принимали участие чемпионы по кантри-кроссу и мотокроссу Сергей и Александр Иванютины. Первым покорил гору краснодарец Сергей Белокрылин. Он прошел трассу всего за 26 минут. Кроме короны, подтверждающей статус царя горы, победитель получил и денежный приз – 100 тысяч рублей. На втором месте оказался сочинец Николай Иноземцев, чемпион соревнований прошлых двух лет. Его результат – 33 минуты. В следующем году организаторы планируют расширить программу соревнований, включить в официальный зачет старты на квадроциклах.